Роман Трошин в сфере ЖКХ более 10 лет. Даже в свой юбилей руководитель на месте. Да и разве может быть иначе? Именно от слаженности его команды зависит бесперебойная работа инженерных систем многоквартирных домов Новоивановского, Немчиновки, Одинцова и Заречья. Это те люди, без которых я однозначно бы не справился. Все это, то, что вы видите в нашем поселке, все это заслуга не только моя, и даже в меньшей степени моя, это в большей степени нашего коллектива, который подбирался, можно сказать, годами. То есть к нам приходили и случайные люди были, но все остальные, как говорится, отпали, и остался именно костяк, на который я могу положиться. Те верные люди у нас работают даже семейными, скажем так, подрядами, то есть муж, жена, дочка. День руководителя начинается с планерки. Задач много, только грамотно распределив нагрузку, можно быть спокойным за результат. Но бывают и внештатные ситуации. Выключение автоматов, отключение электричества, ну, розетки, где-то вода протекла, где-то мусоропровод забился. Ну, обычные житейские проблемы, как говорится. Электрик Александр Валеров, как и его коллеги, готов прийти на помощь в любое время дня и ночи. Несложные аварийные ситуации удается устранять в рамках часа. Главная задача коллектива – обеспечить функционирование всех систем МКД. Мы в своем поселке стараемся следить за тем, чтобы у нас все было достойно, качественно, чтобы качество жизни, качество отдыха в нашем поселке всегда повышалось. То есть благодаря местной администрации, благодаря нашему районному руководству мы всегда можем решить какие-то даже сложные проблемы, которые возникают в наших в системе ЖКХ. Старшие по домам – главные помощники для теруправления. Они разбираются в вопросах ЖКХ не хуже сотрудников предприятия. Где-то работают на опережение, ведут разъяснительную работу с жителями. Отзывчивые, ответственные. Вот это прежде всего. И я вот счастливый считаю, что я в этом поселке, именно вот с этими людьми я работаю денно и ночно. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это девиз жителей Новоивановского поселения. А задача коллектива теруправления МКД «Немчиновка» – содержать жилой фонд в отличном состоянии, независимо от возраста. Не буду, конечно, говорить, что у нас все бывает гладко и без ошибок. Везде случаются такие ситуации, которые очень трудно решать. Но это самое главное, самое страшное – сделать первый шаг. Как только делаешь первый шаг, решение проблемы, оно тем или иным способом найдется. То есть мы любые проблемы все-таки сможем сообща вместе решить. Роман Трошин – молодой, амбициозный руководитель. Он постоянно совершенствует свои знания, а недавно решил попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России». Дошел до полуфинала, не хватило совсем немного, чтобы побороться за высокое звание. Прошел, значит, второй тур, но, к сожалению, недостаточно подготовился на следующий этап, когда меня вызвали. Уже это было в Минеральные воды, я летал в северо-западный округ. Там, в связи с тем, что очень большая загруженность по текущей работе, поэтому не совсем, честно скажу, хватило времени подготовиться, достойно подготовиться. Из 970 баллов я набрал 880, то есть мне не хватило буквально там 2-3 вопроса, я неправильно ответил. Роман Анатольевич привык добиваться поставленных целей, поэтому в следующем году планирует вновь побороться за звание лидера России. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».